Все больше жителей Северной Осетии выбирают дистанционные способы взаимодействия с Россетью «Северный Кавказ». Более 6 тысяч человек скачали мобильное приложение «Свет онлайн» за 4 месяца. Особой популярностью среди граждан пользуются услуги самостоятельного формирования квитанций на оплату потребленной электроэнергии, передачи показаний приборов учета, а также оплата счетов в онлайн-режиме. Необходимо отметить, что все оплаты через сервис производятся без комиссии. Кроме того, в личном кабинете доступен архив квитанций за предыдущие месяцы. Документ можно скачать и распечатать в любое время.